древних цилиндрических шумерских печатках, которые сейчас хранятся в Москве, в Музее изобразительного искусства имени А.С. Пушкина, привожу здесь фотографию еще одной печатки. На этой цилиндрической печати с тех же мест и приблизительно того же возраста изображен сложный сюжет. Битва то ли людей, то ли богов, крылатые существа, животные и разнообразные знаки. В частности, здесь же, между дерущимися, мы видим знак Анх. Знак, который по общеустоявшемуся мнению, опять же является чисто египетским знаком исключительно египетских богов. Этот сюжет не единичный. Осматривая многие исторические, мифологические и археологические каталоги, я видел десятки случаев нахождения на шумерских печатях и на шумерских рельефах знаков, которые сейчас считаются или чисто египетскими, или чисто славянскими, или еще какими-то либо другими, но не шумерскими. В каком-то смысле здесь же тот же самый Алатырь или тот же самый знак Ратай, которые присутствуют на рельефе, на изображениях князей, которые стоят по обе стороны от мирового древа. Но об этом уже говорилось и еще будет говориться отдельно. Здесь речь именно об этой печати. Вероятнее всего, я считаю, здесь изображена сцена к войне богов, которая проистекала с 7 до 5 тысяч лет назад. Именно так война богов шла 2000 лет. И именно в ходе этой войны некогда единое человечество с единым государственным аппаратом, с единым языком, единой традицией, ведической традицией, что доказано множеством подобных фактов, раскололось на множество отдельных осколков. Сначала на два больших, которые воевали, позднее это все дробилось дальше, так как захватывались разные территории, возникали ситуативные какие-то прослойки. В конце концов, это привело к уничтожению прошлой цивилизации и к раздроблению человечества на множество мелких осколков, каждый из которых сохранил часть некогда единой традиции, некогда единого языка и так далее. И, как видим, вот свидетельство этого. Свидетельство в символике, свидетельство в языке, свидетельство в истории. Кстати, на моем канале присутствуют отдельные видеозаписи по тематике войны богов, по тематике древней истории. И что касается языка, об этом тоже есть видеозаписи. Что касается имен богов, которые по общему мнению чисто египетские или чисто еще какие-то, об этом тоже есть видеозаписи. Есть и соответствующие статьи на моем сайте. Так что успехов, настойчивости и тщательности в постижении истины. Слава истине и свету. Слава Ра!